Владимир Федорович Акименко – участник Великой Отечественной войны. Один из немногих оставшихся в живых ветеранов, которые сражались на знаменитой «Голубой линии». Кавказское направление имело для немецкого командования важнейшее стратегическое значение – выход к нефтяным вышкам Баку и Майкопа. Бои велись ожесточенные. Свою первую атаку Владимир Федорович помнит до сих пор. В атаку во главе с командиром полка и много полегло там, очень много наших. Но чувство было, конечно, чтобы сказать не страшно, я бы не сказал. Наверное, было страшно. Мне было тогда еще 18 лет. Было страшно, конечно. Вот. Но выдержали мы. Выдержали и отбросили немцев с окопов. Как и для всех советских граждан, начало войны для Владимира Акименко стало полной неожиданностью. Известие о нападении немецких войск застало его в дороге, семья ехала на летний отдых к морю. После этого началась совсем другая жизнь. В 1942 году он закончил Краснодарское пехотное училище и вскоре попал на фронт. Помню хорошо. Это было 41-й год, значит, июнь месяц. И мы, я с родителями был в Туапсе. Мы ехали в Сочи на отдых, ну, обычно летнее время. И в Туапсе, когда мы в поезде, кто-то зашел и сказал, уже перед приездом в Туапсе, война. Это нас, конечно, хорошее, что делать. Мы приехали в Туапсе, вышли. Уже ехать на курорт нам нельзя, не кстати. Одно из самых ярких впечатлений в жизни фронтовика – День Победы. В свои 95 лет он помнит эти события настолько ярко, как будто бы они случились вчера. День Победы мы встретили, помню, 2 часа ночи в Вильнюсе, в Литве. Вот. Начали стрелять вверх, что могли там с такой. Конечно, было очень радостно и сколько лет. Вот. Уже после войны гражданская жизнь сложилась удачно. Счастливый брак, дети, работа в нефтяной отрасли. Фотография как любимое хобби. Сейчас он увлекается чтением, а своим главным человеческим качеством Владимир Федорович считает оптимизм и умение видеть в людях только хорошее.